Здравствуйте, дорогие друзья рыболовы, уважаемые зрители и любители рыбалки. Всем привет! С вами канал Сочи Рокфиш и я его ведущий Игорь Зинковский. Сегодня мы находимся с вами в центре города, вот на рыбалке. Ну и пока приготавливаемся, хочу вам показать узел для привязывания флюорокарбоновых поводков и основной лески. Ну, в данном случае это плетеный шнур. Вот. Ну или можно использовать нанофил на шпуле там. Ну, у кого что намотано. Ну, собственно говоря, сейчас вам покажу, как привязывается этот узел. Вот он выглядит вот так, ну, в готовом виде. Ну, надеюсь, будет видно. Вот. Ну, и сейчас переставлю камеру на голову и покажу, как привязывается этот узел. Все очень просто и надежно. Все. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Итак, хочу вам показать узел для сращивания вот флюорокарбонового поводка и плетеной лески, ну или нанофила. Вот. Значит, поводок у нас 0,14 мм флюорокарбон и шнур по японской классификации 0,3. Ну, в данном случае Варивас Light Game. Ну, также можно привязывать нанофил, этим узлом я также привязываю нанофил. Итак, что мы делаем? Берем, складываем вдвойне флюорокарбон. Вот. Ну, у нас получается вот такая петелька. Вот. Потом берем шнур и просовываем в петлю. Вот, просунули. И потом начинаем обвивать, значит, шнуром сдвоенную вот эту леску. Ну, делаем порядка 12-14 оборотов. Вот, медленно покажу, чтобы было видно. Вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот, получается у нас вот витки лежат. Значит, здесь надо стараться, чтобы витки, ну как, друг друга не перехлестывали, а ложились параллельно друг другу. И просовываем, значит, хвостик вот этот в нашу петлю, в образовавшуюся. Вот, ну вот она петля. Вот. Все, ну я два раза просуну. Вот. И потом аккуратно, плавно затягиваем. Ну, следим, чтобы витки у нас были параллельно, чтобы не заходили друг на друга. Вот. Ну, получается вот такой компактный узелок. Вот, сейчас покажу. Вот. В принципе, все готово. Ну, останется обрезать хвостики и можно будет, ну, практически приступать к ловле. Ну, привязать приманку там и прочее. И ловить. Так, сейчас обрежу хвостики. Значит, хвостики обрезаем. Ну, примерно там. Ну, сам этот шнур можно обрезать там, чтобы осталось миллиметра 3-4. А сам флюорокарбоновый, ну, поводок можно отрезать там, ну, буквально миллиметр оставляем. Вот, ну, получается вот такая конструкция. Вот. Ну, сейчас еще раз повторю, если кто-то, может, там не заметил. Итак, берем флюорокарбоновый поводок. Очень важно, запоминайте. То есть не шнур обматываем флюорокарбоновым поводком, а шнуром обматываем флюорокарбон, то есть поводок. Вот у меня флюорокарбоновый поводок. Делаем петлю вот таким образом. Ну, здесь держим пальцем. Просовываем шнур в петлю. Вот, вставляем палец. Вот леска у нас двойная получается вот здесь. Мы ее держим и начинаем обвивать шнуром флюорокарбон. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И вот в эту петлю, которую мы держим вот этим пальцем, да, пропускаем хвостик, вставляем. Ну, можно один раз, можно два. Вот я один раз ставил. Вот. И второй раз можно. Ну, для надежности. Вот. И все. Здесь главное аккуратно затянуть, как я уже говорил. Вот аккуратненько вот так затягиваем. То есть витки идут параллельно, они друг на друга не накладываются. Ну, надо стараться так затягивать. И тогда узел будет хорошо держать. То есть и не нужен никакой там клей, ничего подклеивать.
Там у меня человек спрашивал, подклеивать надо узел, не надо. Ну, не надо ничего подклеивать, вот получается вот такой узел. Вот. Все, узел надежный, уже проверено. Вот, сейчас обрежем хвостики. Так. Отрезаем шнур, вот оставляем буквально, ну, от шнура хвостик миллиметра 3. Ну, а флюорокарбон можно отрезать там, оставить миллиметр, там, полтора, вот. Вот, ну и все, узел готов. То есть все просто и надежно. Вот. Ну, а мы будем дальше готовиться к ловле.